Теоретически можем своровать его, да, но тут атака на 11. Слишком больно. Может быть, мы потом 2-7 своруем на следующий ход. Он сейчас вот здесь разменяется, скорее всего. Каждый ход мне не хватает одной маны на еще одну карту. Чтобы две карты играть, не хватает одной маны. Сука. Ай, блядь, ну что ж так больно-то, а? Ну пиздец, пацаны. 11, 15, 17. Ебать. Да иди ты нахуй, пидерцы. Нихуя себе эти карты. Атака на 12, да? Плюс МК, возможно, сыграется. Я твою мать. Сейчас МК вылезет, спиздит дракона. Я буду очень недоволен. Минус один. Это член у тебя минус один. Но он сходил так, чтобы МК вытащить 100%. Чтобы, в смысле, попасть МК. Может, дракона сходишь атакой, а? Ну, сходи дракона, пожалуйста. Будь так любезен. Сходи дракона, вытащи восьмерку, и ебану ДК, и все, иди домой. Ну, если сейчас догадается сходить в лицо и спиздить дракона, мне хана. Но если он убьет дракона, это будет хорошо для меня. Может, я 2 МК в руке, как вы думаете? Похоже, там 2 МК в руке. Ну, давай, если что, с атакой 5, чтобы ебанул нормально. Блин, такой неприятный тип. Это такой... Все такие неприятные типы. Так, столько с 5 или больше, не обосрись, чувак, а то совсем вот ГГ. Да иди ты нахуй, блядь, а! Ну ты совсем что ли говна поел, блядь? Ну ебаный ты в рот, мы даже не можем заимкашить, потому что ну сам, блядь, заимкашит. Ну что, блядь, за пидоросня такая, блядь? Ну ебаный ты в рот, сегодня весь день, блядь, вот так вот, блядь, нахуй. Ну даю ДК, он идет в лицо. Я даю МК, он дает МК, я проиграл. Все, сыграно, блядь. Пидорас ебаный, блядь, просто ебаный пидорас, нахуй. Ну, блядь, весь день вот такая хуйня. Не понимаю, блядь, нахуй. Бэм, блядь, иди нахуй, блядь. Сучара бацитная. Ай, в пизду, блядь. Пожек! Под ноги бежал. Так прекрасно и безумно хорошо. Иду. Counterspell. А квест на 2, это очень мало. Ну ладно, сейчас на 2, на следующий ход на 5. Ну, нужно как-то до 7 дотянуть, ребята. Мимо секретов как-то обыграться нужно еще. Фаербол уже, что ли? Ебать. Куда так сильно топишь, братан? Куда так сильно? Если там фаербол, фростбол, у него летал на следующий ход, мы не успеваем. И десратлы что-то не топ-декаются. Что-то не топ-декаются, пацаны, десратлы. Там портал на следующий ход, я думаю. Но у меня будет 7. Жалко, что не контрспел. Если мы сейчас не умираем, нам нужно поднять один дестратл не дороже 4 ман. И у нас будет 40 хп, и все, и домой. И домой. Да, сосать. Сосать. 7 существ на столе. 7 существ на столе. Не сосать. А, он сдался, он моих существ не посчитал. Бах! Ой, ладно, тебя не задел. Ты чё так меня пугаешь? Так напихали секрету громагу, прям напихали ему писюнов немытых, прям как у тебя. И он, главное, мог бы ещё топ-декнуть и убить меня, но он не посчитал существ на столе и консинул. Да? Он мог нас выиграть, но он дуралей оказался, ступидо. Дебил. А ты не дебил. Ты пуджик, ты умный и красивый. Слушай, наверное, стоит начать с тебя, да? Нам нужен блокер вот сюда. Даже и бедауе. Ну, на самом деле, вопрос-то такой, да. Мощный блокер 1-3. О, шикардос. Или подождать. Мне практически нечего играть на следующий ход, да? Квест надо поставить. Или подождать один ход. Я думаю, я подожду. Все равно мы это вот так забираем, без размена. Там секрет какой-то, конечно, будет. Ой. Мне такая карта не нужна. Окей. Так, это не блокер, не прыжок, не воскрешалите. Это либо глаз за глаз, либо одножопное существо. Да, своровали, конечно, хуйню какую-то бессмысленную. Я даже не знаю, есть ли карта хуже для воровства. Ой. Это, сука, опасно. Рак! Ну, как больно ты пидорит, а? Зачем так больно пидоришь? Зачем так больно пидоришь, братан? Пидорь послабее, пожалуйста.
еще карты наберет от меня. Вот я же говорил, 5 карт не за хуй собачья. Атака на 8. А там и на ёб твою мать. Что ты делаешь, пацаны? Сам пришел, смотри. Ну вот наша последняя защита, если мы сейчас еще не на тудекен защиты, нам ГГ, ребята. Просто сейчас вывалить стол, нам нужно еще раз залить стол, либо задуть это обратно, то есть топ-дека. Ну давай, еще одна задувалка и может выживем. Давай, ратный, давай. Ну ты точно застрели, наверное. Ну летал, да. А сюда, если попали, был бы не летал, прикиньте. Не попали просто. И паника за диска. Там только что эксперт, секунду назад эксперт из чата сказал, что Тириона там нет, ребята. Неужели эксперт из чата был неправ? Ну такое возможно вообще? Мне кажется, это какая-то провокация против эксперта из чата. Ну секунду назад эксперт из чата сказал, что ну нет там Энзота. Ой, тьфу, Тириона. Раскопанная? Да там и свой может быть вполне. Где пуш? На миду. А может где-то ганка, я не знаю. Может где-то ультует под столом. За ногу. Ты посмотри, ребята, ну разве возможно, чтобы эксперт из чата был неправ? Ну как это такое вообще бывает? Написано было, что он раскопанный. Ребята, вы посмотрите, что творится. Войско сбунтовалось. Говорят, Тирион не настоящий. Раз в год и палка стреляет. Ну зачем ты так про экспертов и чата прям унизительно? То, что эксперты из чата оказываются редко правы, это не повод их так с говном мешать. Два Тириона, заебись. И раньше-то отдали. Ну что, мы два Тириона в деку замешаем, да, и Энзоту замешаем. Просто останется открыт. Да, за шахлем получит мне не очень нравится. Так, ну допустим. Атака. Убиваем всех, кроме тебя. Тебя атака на 5 и на 5. Жалко, что у меня стол не останется. Чуть-чуть не хватает. Не хватает чуть-чуть, чтобы у нас что-то на столе осталось. Сейчас у него горит топ-дек, смотрите, ребят. Горит топ-дек чувака. Давай. Гори в аду. Жук всего сгорел. Всего лишь жук, ребята. Ну, мы просто не будем давать монеток. Сейчас сыграем Амару, сыграем 4-6. Пущай играет. Вот такое лицо, как будто я на глазах себе не делал 40 хп, да? Дерзкий какой-то. Кстати, тоже неплохая карта. Тоже вполне себе карта. Отличный выбор. Тоже хорошая карта. Энзот хотел спереть. Опа, а второе равенство. Давай монетку сюда, давай. Секрешн, нихера себе. Дерзкий какой. Больно, да, от мудоха у меня. Можем засунуть ему все это в задницу. Что у нас там из Энзота? Я уже не помню, если честно. Давай мы это сейчас уберем, чтобы не мешалось тут. Да. Сильно сыграно. Отлично, киллесет. Именно так ты и должен был играть. Примерно так я себе это и представлял. Отлично, киллесет. Well played. Ну ладно, он отдал два равенства, он дал Энзоту, у него, собственно, ресурсов там не осталось. Надо Энзоту давать, что он сейчас крысу тудекнет обратно и сыграет. Да, валуша пиздец, ребята. Не умереть бы от такого валуева. Наконец-то киллесет пришел. Ты что-то ною. Чего я ною? Вот же он пришел. Все же играет, как и должно. Сколько у тебя карт деки? 8? А в руке 7? А ты не лопнешь, деточка? Ему нравится брать карты. Привет. Давай взбодримся. Поставь трек PLZ. Что-то он перегорать начинает. Да и ты, блядь, шутишь, сука! Ну у тебя один там солдат, блядь! Ну ты, блядь, просто издеваешься, сука, надо мной, а? Ну признайся, ты просто, сука, меня троллишь. Ну один же ебаный солдат у тебя в деке зашафлен. Я его сам, блядь, зашафлил. Сам вот этим, блядь, пальцем зашафлил. Сука, блядь, как?
Ну давай третьего солдата, хули. Надо же, тоже полезная карта. Одна полезнее другой. Весь день, блядь, говна. Похилил бы Акалита. Можно было похилить Акалита, ну, в общем, и так. 3 на 8 уже, и так. 3 на 8, все ясно. Тем более, там половину карт играть нельзя. Там Лэн Хэн какой-нибудь, который играть нельзя. Монетки мы не дадим, райскими нет. Ну вот, всех по 3 сделал. Вот солдат, смотри, какой полезный. На тебе еще карту, дружок, на тебе. Смотри, куда тебя забросила эта дека. Да, на самом деле, если бы не пара откровенно неудачных, и рекрут сгорел. Все самое ценное сгорелось. Не пара откровенно неудачных партий, мы бы, ну, хотя бы на месте бы топтались, что для деки, собранной на коленке по фану, очень неплохо, на самом деле. Смотри, мы играем там с агромагами, со всякими пристами. Паладин сейчас нормально играет этот. Так что очень, на удивление, неплохо. Я думал, что будет намного хуже. Черепаха, последний шанс еще одну Тирену раскопать. Там, знаете, еще там может быть 3-7. Еще один. Ну, я не думаю, что прям такая проблема. Мы 3-7 поставим чувачка 1-1. Лишняя тушка была на столе. Все, у него фатик. Смотри, теоретически он черепахи раскопал второго Тарима, да? Но он этим как-то продлит партию, но у меня 6 карт, у него 0. То есть ему трудновато здесь. Да, у него есть лайфстил, он еще как-то может держаться. Но если там не Тарим, то все остальное вообще плевать. Бедляза. Что за дек играешь? Только что собрал квест Энзот Келесет Прист. Я попозже деклист в группу скину. Прикольная дека, на самом деле, забавная. Ей, конечно, трудновато играть, но забавная. Stay.